сегодня настоящий Дед Мороз. А какой? Муниципальный. Письма Деда Мороза читают родители, покупают подарки в магазине. Мы с моими братьями, бессмертными волшебниками, придумали Новый год. В этот день люди собираются у елок. Радуясь, поздравляя друг друга, они излучают энергию. Серебряные нити, из которых соткано небо. Я разрежу небо, и ваш мир рухнет. От режиссера «Призрака» и «Черной молнии». Как мы найдем Корчуна? Нужно что-то делать. Эти видения мешают тебе социализироваться. Ты что, глюки опять? Я знаю, что будет дальше. Наконец-то. Новогоднее фэнтези. Добро пожаловать в мой волшебный мир. Маша, только с тобой мы сможем остановить Корчуна. Этот мир не стоит того, чтобы его спасать. На 5 континентах десятки тысяч магов работают над тем, чтобы добро не сдавалось. Сегодня ты должен стать одним из них. Я Дед Мороз. И если ты слышишь эти слова, значит, ты нужен мне. Получается, что настоящие волшебники – это твои родители. Получается так. Не забывай об этом никогда. Дед Мороз. Битва магов. С 29 декабря.